В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» торжественно открыли серебряную аллею серебряные волонтеры благотворительного фонда «Доброгорец» вместе с представителями пенсионного фонда Карачаева-Черкесии и Совета ветеранов Черкесска. Они посадили 50 кустарников боярышника. На новой аллее побывал и наш корреспондент Алихан Липшуков. Это место совсем скоро станет уголком отдыха для пожилых людей. Серебряные волонтеры благотворительного фонда «Доброгорец», куда входят представители старшего поколения, вместе с сотрудниками пенсионного фонда Карачаева-Черкесии и Совета ветеранов Черкесска, торжественно открыли серебряную аллею. Мероприятие проходит в рамках празднования Дня пожилых людей. Наши волонтеры активно принимают участие в жизни общества, и подобные акции сплачивают членов нашего движения, отмечают представители благотворительного фонда. Мы открываем очень интересный и трогательный объект – Серебряную аллею. Это аллея как символ старшего поколения нашей республики. Всегда на Кавказе с уважением и любовью относились к старшему поколению, и мы считаем, вот такой объект открыть, завести – это будет очень здорово, и я думаю, что старшее поколение оценит. Сажаем мы боярышник, это и красивое цветение, очень весеннее праздничное настроение, и лекарственные плоды, которые можно потом использовать в пищу. На территории посадят 50 кустов боярышника. Высаживали целебные растения и представители пенсионного фонда Карачаева-Черкесии. Они часто принимают участие в проводимых акциях серебряных волонтеров и всячески стараются оказывать им свою поддержку. Мы оказываем им шефскую помощь. Они в силу своей мудрости и знаний оказывают какую-то помощь нам. Сегодня вот такое знаменательное событие в парке культуры отдыха «Зеленый остров», который является там центром отдыха наших горожан, жителей нашей республики, состоялось открытие вот такой вот аллеи. И, конечно же, мы пришли помочь, поучаствовать и поддержать наших уважаемых серебряных волонтеров. Мы не только посадим эти кустарники, но и будем приходить и ухаживать за ними, уверяют серебряные волонтеры. И нам очень приятно, что многие поддержали нашу идею в создании такой аллеи. Серебряные – это вот как бы седые, умиленные сединой. Не то, что мы там действительно зубы у нас там золотые или серебряные, а седина в голове. Вот. Ну, без в ребро, как вы знаете. Нам еще работать и работать. Вот. И очень хорошая идея посадить вот эти вот деревца, кустарники боярышника. Почему? Потому что для старшего поколения это еще и плоды, которые помогают и от сердца, и от давления. Совсем скоро кустарники начнут давать плоды, и данная аллея станет настоящим украшением парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.